Данное видео содержит сцены веселья. Просьба подвести детей к экрану. Опять что-то делает с детьми нехорошее. Видно, нам лопатой по башке сейчас дает. Видно, сейчас нам лопатой по башке. Ах ты! Вот, если есть лестница, почему бы нам не попробовать по лестнице? А, не, надо поменять, чтобы красное на красном, синее на синем, понял? Логично. Вон дом сосед. Ах, ты же засранец. Теперь к нему подключиться надо. Все. Ничего себе, откуда знал это все? Что это такое? Что это за... Ну, зачем мы сюда прибрались? Давай, иди туда. Блин, что такое? Китайский просто с Алиэкспресс. Заброшка, заброшка. Вот это дом соседа, я знаю. Пробираемся, пробираемся. Боже, что тут происходит? Ножки бежали по дорожке. Ножки бежали. Я подписываю. Кого сегодня выходи? Это кукла. Кукла? Зачем кукла? А это еще. Один. 8, 9, 4. Ну что-то мне кажется, оно не должно быть так сложно. Всем привет, привет! Сегодня мы будем играть «Привет, сосед», вторую часть. Приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поехали! Это правда или нет? Мы это пробили. Ну, мы играем. Вот. Вот вагон. Вот мы ехали. Вот он, Басик. Какой-то усатик тут. Это подъехал. Бацик. Какой-то. Подъехал. Подъехал тут. Взял. Чё, и чё, и чё? Что это? Кофе попил. Что-то он ищет. Какая-то у него карта есть местности. Там кто-то в кустиках. Что-то делает нехорошее. Котик. Котик писал. О. А вот этот первой части сосед. Ну, он опять что-то делает с детьми нехорошим. Нам нужно будет выяснить. Видно, нам лопатой по башке сейчас дает. Видно, сейчас нам лопатой по башке. Ах ты! Ничего себе, разбил стекло. Ну, хотя бы лопатой по голове. А это кто? Ворон! Это ворон. Капец. Все. Вот это начало, вот это начало. Ворон, то был ворон. Разбили машину. Ой, подожди, надо настроить. Так. Значит, о, рычажок. Давай машину. Так, это я оттуда пришел. А тут надо взять нам монтировкой и поломать потом эту доску. Да. Все, мы залетели машиной и выйти отсюда не можем. Нам придется обыскать этот дом, чтобы найти второй выход. Ну вот какой-то замок. Тут нужен ключ, а вот и ключ. Сразу вставляем. Ну как легко. Открываем. Это обучение. Это обучение, гайк. Да. Так, шестереночка какая-то. Так, идем, смотрим дальше. Вот сюда надо шестерёнку. Двери закроем. Где шестерёнка? Сюда? Да. Слушай, откуда ты знал, Ромчик? Так, нажимаем. Так, всё. Происходит что-то поломано. Ну да, что-то поломано. Монтировка. Монтировка, иди туда. О, откроем, а тут что? Камень. Это что, фотоаппарат какой-то или пленка? Это ты фотографируешь? Да нет, я что-то другое делал. Так. Бери лом. Ну, монтировка. А, надо монтировкой сломать стекло. Монтировка. Ты думаешь? Да. Мне кажется, монтировкой. Или камнем, давай камнем кинешь. Нет, так не... Камнем! Ничего себе. Закрыто, это как? Может, у меня места не хватает? Да, видно, камень выкинул. Все. О, оказывается, я камней набрал, бля. Бери лоб!
то надо эти камни повыкидывать. Поломбить. Подожди, а туда пройти можно. Так, посмотрим, что здесь. Ломбери. Монтировка туда сломает. Так, это что, привет, сосед? Да это гномик какой-то. Поливает цветочки, ухаживает за садом. Так. Так, как-то открыть? Как? Да монтировка сломаешь. Не. Монтировка, не давай сломаю то, доски. Да, вот. давай. Надо монтировку. Ходыщ. Так. Так. Перепрыгни. Так. По лестнице есть? Подожди, давай еще тут посмотрим, тут ничего. Ну да, тут я такой обычная сема. О, это окошко. Да. Ладно, если есть лестница, почему бы нам не попробовать по лестнице? Ой, мне уже страшно. Так, что тут? Так, тут у нас ничего нет. Там такие. Перепрыгнул. Притянулись и вылезли. О, гайка. Еще одна гаечка и книжечки. Конечно, нам книжки зачем? Мы же не читаем книжки. Да, мы должны просто узнать, как отлить на мотик свой. Так, вставляем шестеренки. Так, сюда. Ага, тут надо было две. Так, еще где-то... Так, одну сюда, другую сюда. А, не, надо поменять, чтобы красная на красном, синяя на синем, понял? Логично. Не зря их покрасили. Все, мы выполнили первый квест. Ой. Вон дом сосед. Ах ты ж засранец. Пока мы вылезем. Блин, я думал, уже лопатой по голове. Засранец. И чё, и чё? Засыланец. Он нас взял в плен какой-то? Да, он в плен. Так, мы в какой-то комнате. На кровати. Он связал нас или нет? Что-то написано? Что-то неразборчиво написано. А чё такое вот это? Это тот же. Телевизор сейчас не работает. Ну да. А, это камера! Сейчас будет тут типа соседа показывать. А, это камера, да. А он монтировку у нас не забрал, получается. Нормально, что он хотя бы у нас монтировку не собрал. Камера. Фотоаппарат. Зачем нам фотоаппарат? А что это такое? А, камера! Это камера, типа. Поставь камеру, ты только что брал камеру. Ты камеру только что взял. У тебя камера. Да другое. Вот камера. Летающая. Да. Это типа дрон какой-то? Да. Поставь его. Куда поставь? И вот, теперь к нему подключиться надо. Все. Ничего себе. А ты откуда знал это все? Так. Ну-ка, что тут у нас? Еще. Да мне кажется, мы это можем сами пройти. Это, кажется, это запускать надо будет потом уже. Так что это сходи. По фонарик возьми. Где? Ой, фонарик тут. Вот фонарик. Да, это фонарик. Его нельзя взять. Тут что-то не похоже. Это кофе. Да, тут разлитый кофе. Кофе сосед. Так, ты в каком-то доме. Я тебе не говорю, пока выходили у нас. Да, надо вот тут все обыскать. Так, вот твой дрон. Забираем его. Камушки мы же повыкидываем. Давай, зачем тебе эти камни? Еще два камня выкинем. Ладно, давай. Так. Компьютер. Еще хочешь повыкинуть? Давай-ка. Две. Давай еще камни. Давай все камни выкинешь. Зачем? Один камень оставим на всякий случай. Да, мне кажется, он может пригодиться. Надо в соседа покидать. В голову. Да. В голову. Так, это карта, типа. Это твой дом, видно. О,
тебя тут елки падает? Что-то тут поломано уже. А. Да иди. Блин, я хотел. А что, тогда не залезть? Ну, надо было поехать. Нормально, да? Не то, что я понял. Пойди в тот дом, где забор. Я попробую еще раз забор. Может, камнями можно как-то узнать, что оно? Талоном давай. О, я сделал это. А это подъем на крышу. Так, интересно, там что-то есть наверху? Давай посмотрим. Да, должно что-то быть. Какая-то антенна. Есть что-то другое. Так, это какая-то башня. А, это камера! Можно как-то подключить к этому экрану. Вот, да, камера. Это камера. Куча папа, камер. Туда посмотри. Вот. Что это такое? Что это за... Ну, зачем мы сюда прибрались? Сколько тут камер? Запускаем. Бро. Давай, посмотрим, что в этом заброшке. Давай. Подключайся к нему. Ой. Вот, вот, иди в ту заброшку. Вон заброшка. Забор. Да вот. Давай, иди туда. Блин, я что-то так не понимаю. Ой. Где он? Он летит. Что тут в заброшке? Как опускаться? Я сейчас не могу понять. Он только прямо летит. Я могу им что-то ловить? Этот трос? Собирать что-то можно. А что вы там в доме вообще? Почему я не могу? Давай человеком побежи. А как я потом словлю его, блин? Этот дрон, если он опускаться не умеет. Лети на вышке, чтобы он возле себя упал. Блин, что такое? Китайский просто с Алиэкспресс. Ой, я перепутал. С Алиэкспресс. Как я теперь его возьму? Он что-то выше, чем... Лови меня. Я не пойму. Вы его видите? Ладно, я плохо вижу, но вы же хорошо видите. Просто повертайся, мы увидим. Ну-ка подключись, чтобы мы поняли. А вот! И как я его достану? Мы что, потеряли его навсегда? Или я не знаю, как опускаться? О! Я научился. Пойти туда, в заброшку. Вот сюда? Да, в заброшку. Все, летим. А там дома всякие. Не хватает ему скорости. Китайский. Прошло 3 часа. А, все. Что-то не могу зайти сюда. Тогда человеком. Забор мешает, это закрытая зона. А найди дом соседа, он голубой. Голубой? Да. Всегда голубой дома? Да. А душ. А это мы оттуда пришли, да? Да, да, это твой дом. Так, все. Помчали. Иди забери его. Да, сейчас заберем. Да я вообще не понимаю, какую он функцию выполняет. Это что-то можно вот той присоской ловить. Так. Где он? Вот. Так, а куда же нам идти? Вон. Цветы тут нельзя собрать? Да, нет. Вот он. Все кидай! Помните? И вот это. И лом. Монтировка. А против лома
Нет у соседа приема. Ну, может, монтировку кинуть? Она не кидает ее просто. Так, куда идем дальше? Туда, в заброшку. Может, сломаешь дверь? Заброшка, заброшка. Лома, может, сломаешь? Ты видел, как я прикольно ручкой дергал? Смотри. Так, тут что-то написано на английском. Памятник какой-то стоит. Лампочка светит, хотя день на дворе. Так, ну походу выход у нас один, да? Да. В эти двери. Это в этот проход. Карта, шо, карта есть? Нету карты. Мы потеряли, у нас же была карта. Ну да, вот там в том доме была карта. А я видел дом соседа. Смотри, сколько знаков. Стоп, 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 стоп. Чей это троп? А этот пост, пост, стоп. Подожди, стоп. Вот это дом соседа, я знаю. Я вот, сколько тут стоп? Боже, как тут страшно. Ты смотри, что там. Что-то запретная зона какая-то. Вот что, дом заходим соседа. Сюда? Да, это дом соседа. А что, он забросил его? Проверяем, все ли работает. Да там и сосед. А вот сюда, смотри, это какая-то халабуда. Там сосед сзади. А, это полиция, понял? Мы тут были. Это же мы вчера ночью туда попали, да, в то здание. Тут полицейский оградил. Где-то ушел полицейский. Может, в эту халабуду зайти? Давай. Домик на дереве. Это какой-то ребенок тут жил. Это, наверное, это ребенок кто там стоит? Части, да? Ах ты ж. Это кто? Наверное, же сосед. А как туда забраться? Нет. Бармалей-то ходит там. Нет. Что это за халабута? Это не сосед. Тут что-то поломано. Наверное, давно ребенка. А, вон лестница поломана. До Бармалея. Он говорит, до Бармалея. Вот узнал. Не беги к ним. А, это полицейский. Что? К нему нельзя подбегать. Он выкидывает нас. К нему надо нельзя подбегать. Да? Он типа охраняет этот дом. Да. Так что, ладно, перепрыгнем заборчик. Так, 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 мы пробираемся, пробираемся. Надо узнать. Вот для чего камни, чтобы разбивать? Тут замок. Так, подожди. Коп сейчас может услышать. Замок. Коп может услышать. Может, конечно, может. Подожди, где лом делал? Вон, монтировка там, вон, возле дома. А давай этот лом запусти. Подожди. Что-то нам... Он, наверное, закрыт с другой стороны. Тебе как-то надо его открыть. Там коп. Вот а, типа сосед нанял охрану. Боже, вот. Что тут происходит? Тут какой-то был... А тут полицейский. Совершено какой-то криминальный... Холодильник, тарелка... Кубик. Что-то мне кажется, он нам понадобится, этот кубик. Блин. Боже мой. Это я зря делаю. Сейчас мы посмотрим. Кто выключит будильник. Полицейский. Так мы можем его сюда заманивать. Вон его ножки. Ножки бежали по дорожке. Он тебя заметил. Да не заметит он. Он смотрит дома, думает, что тут кто-то есть.
блядь. Я подписываю. Как взять этот кубик? Мне отодвинуться сосед с стола. Сейчас он забежит. Кто? О! С чего ты взял? Да они твои. Блин. Я же в лужу вступил. Да, ты же писал. Вот. Я не хотел. А зачем нам это помыть можно что-то? А, это в шкафе прятаться, когда кот бежит. Хавайся! Ты думаешь? Да. Да пока нет. Вроде бы не идет. Все, выходим. Так, кубики я тут оставлю. Туалетная бумага. Хавайся! Блин, сейчас может услышать. Хавайся! Хавайся, не выходи! Не выходи. Может кто-то прийти. Идет. Да идет кто-то. Да он же должен быть на улице. Он же все время стоял на улице. Может иногда домой. Че ему заходить? Это не его дом. Надо ховаться. Надо ховаться. Ховайся! Слышно его. А, это он там ходит на улицу. Думает. Капец. Ножницы нужны. Нужно где-то найти ножницы. Беги! Надо запомнить, значит, все цифры на кубиках. Опять будильник. Может коп услышать? Один. Один, восемь. А как понять по очередности? Еще потом, значит... Да он задолбал. Да ты задолбал. Что там экает? Он там шмыкает. Да, шмыкает. А тут нам что-то... Да, дебил! Дебил! Так, тут у кого сколько ключей? Дебил. Четыре ключа. Да ты задолбал уже. О, дом. Дом как выглядит. Вот он. Что в доме есть? О. Монтировка. А, это же подглядывает. Чё и чё? Какая-то кукла. Кукла? Зачем кукла? Дать полицейскому погулять куклу. Что за не хайкал? Да. Ну добил же. Задолбав. Что ему там приятно делать? Так, а ну может уже пора вводить пароль? Так, зачем нам кукла? Может я пока выкину? Так, смотри. Это 9-4. Да его нет. 9-4. 1-8, да? Блин. А это еще что? Это пароль? Да, за буквы. Да задолбал уже. Сами хмык. 9-4. 8-1. 9-4-8-1. 9-4-8-1. Попробуем. Да. 9-4-8-1. Один, восемь,
ё-моё. Как понять? Задолбав. Расслабь. Ха. Как же нам быть? Ну перестанет думать это хуй. Друзья, может подскажут нам в комментариях, как пройти? Ну да. Вот вы просто молчите, смотрите. Если вы что-то говорите, один. То нам... То мы это не без вас нам не справиться, я так понимаю. Ну да. Мы ничего не... Это просто... Это сейчас не прибежит. Надо все на улицах шумыкает. Надо все на улицах шумыкает. Да, а это его естественный звук. Он так всегда так делает. Давай придумаем код. Например, 4189. 1 4 8 9 1 8 4 9 1 8 9 4. А что ты такое вводил? Да ё-моё, шо? Он зато в бар. Может это 6? Мне кажется, оно не должно быть так сложно. Давай 6 наведем, а не 9. Так, 1 1 8 4 6. 1 8 6 4. 6 4 8 1. 6 4 8 1. Ты уже такой вводит. 6 4 6 8 1. Короче, мы не сможем пока выполнить эту миссию. Нам нужна помощь подписчиков. Ну да. Все, наверное, на этом все сегодня. Мы ждем от вас помощи. И следующее видео тогда уже с помощью подписчиков попробуем пройти. Да. Всем пока-пока. Мы вернемся в этот страшный дом снова.